сократить ставки, чтобы повысить зарплаты. Ирина Мирошник рассказала об оптимизации в детских садах Петрозаводска. Напомним, сами воспитатели сообщили журналистам, что на деле оптимизация оборачивается работой на износ. В детских садах, где все отмечают дефицит кадров, закрывают вакансии воспитателей. Теперь следить за детьми будут по формуле 3 воспитателя на 2 группы. По факту нагрузка увеличивается. Люди жалуются на работу по 10 часов в день, но в мэрии это отрицают. Ни в коей мере воспитателям нагрузка не увеличивается. А вот эти свободные ставки, которые присутствуют в учреждениях, они, ну это вообще, я так считаю, порочная практика, что они руководителям распределяются так стихийно, да, а это попадет в гарантированную часть оплаты труда всех других работников. То есть фонд мы не уменьшаем. По словам чиновников, зарплата воспитателя должна уже в этом году достигнуть 28 тысяч рублей. В прошлом году средний заработок сотрудников дошкольных учреждений составил 14 тысяч.